Здравствуйте, в эфире программа «Наследие Севера» и я ее ведущая Наталья Ивашевская. В новом выпуске расскажу вам об одном из популярных брендов Вологодской области – «Великий Устюг», родина российского Деда Мороза. Великий Устюг, находящийся в северных широтах, окруженный великолепной природой, город искусных мастеров, бережно сохраняющий древние традиции предков, не случайно стал родиной российского Деда Мороза. Зимний волшебник остановил свой выбор на Великом Устюге за его необычайно привлекательный величавый облик, целостность архитектурного ансамбля, красоту ландшафта, живописную природу и древнюю богатую историю. В проекте «Великий Устюг. Родина российского Деда Мороза» активно задействованы и музеи, и учреждения культуры. Ну, я думаю, что учреждения культуры, конечно же, у нас прям шикарно подготовились. Новые интересные программы, новые интерактивные программы, как наш культурно-досуговый центр, так и вотчина Деда Мороза. Соответственно, ну, я думаю, что наши устюжане, может, даже видели в соцсетях о том, что действительно много новинок, и мы приглашаем не только туристов, и наших жителей города посетить наши объекты. Великоустюгский музей-заповедник не остался в стороне, у них тоже достаточно много интересных обновленных экспозиций, интерактивных новых программ. Также тоже точно приглашаем устюжан посетить наш музей. Живет Дед Мороз в сказочном тереме недалеко от Великого Устюга в живописном Сосновом Бору на крутом берегу северной красавицы реки Суханы. В своей вотчине в атмосфере добра и радушия он вершит чудеса и встречает гостей. На территории вотчины есть все необходимое для отдыха и развлечений. Гостиница, комфортабельные коттеджи, кафе, торговые лавки, тропа сказок, пасека, ледник, зимний сад, кузница, дом ремесел, лесная аптека Деда Мороза, а также самый северный зоопарк России, в котором представлено более 50 видов животных и птиц северо-запада России и экзотических стран. Совсем скоро, 18 ноября, российский Дед Мороз будет отмечать свой день рождения. Устюжан и гостей города ждет масштабный праздник. Конечно же, готовятся сказочные гости. Дедушки Морозы приедут к нам. В этом году не так уж их много, но все-таки самые интересные подтвердили свое участие. 18 ноября у нас еще состоится официальное мероприятие. Это стратегическая сессия по развитию сказочных проектов России. Делаем мы для того, что все-таки Великий Устюг является сказочной столицей России. И нам необходимо поддерживать этот статус и как-то наполнять, помогать нашим проектам, поддерживать друг друга, развиваться в такой непростой обстановке. И, соответственно, мы приглашаем достаточно серьезных выступающих. Это Россотрудничество, это у нас получается Министерство культуры, Ассоциация туроператоров и, соответственно, наши руководители брендов, которые реализуют крупные бренды, которые реализуют свои проекты в России. В городе Великом Устюге открыты лавка подарков, городская резиденция Деда Мороза, дом моды Деда Мороза, а также почта Деда Мороза, где можно подготовить и отправить праздничные открытки, письма родным и близким с печатью самого Деда Мороза, приобрести оригинальные сувениры. Второй год подряд из Великого Устюга отправляется сказочный поезд Деда Мороза в большое путешествие. В этом году зимнему волшебнику и Снегурочке и его помощникам предстоит преодолеть свыше 33 тысяч километров, посетить более 130 городов, в которых ждут встречи и взрослые, и дети. Сказочный поезд Деда Мороза – это федеральный проект, который реализуется российскими железными дорогами. Нам, Великому Устюгу, он дает узнаваемость нашего проекта, потому что Дедушка Мороз проезжает в пути столько городов, которые, может быть, даже не знают о Великом Устюге совсем. И поэтому, увидев Деда Мороза, рассказав Деду Морозу о своей вотчине, я думаю, что желающие будут приехать. Таким образом, я думаю, что вот как раз география приезжающих сюда будет увеличиваться у нас с каждым годом, с каждым таким проектом. Около 50 крупных мероприятий проводятся в городе и районе в течение года, а также более 15 различных фестивалей, конкурсов межрегионального и международного уровней. Благодаря бренду «Великий Устюг. Родина российского Деда Мороза» с каждым годом в городе появляются новые туристические объекты, развивается инфраструктура, открываются точки общественного питания и появляются новые рабочие места. На этом наша программа завершена. Я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области.